Привитос, амигос! Танк, на который мы сегодня посмотрим, появился на свет благодаря чувству юмора одного танкового инженера, который шутки ради пририсовал к корпусу М60 модель экспериментального радиоуправляемого пылесоса с телевизором и антеннками. Рабочие, пришедшие утром на завод, приняли карикатуру за чертежи и приступили к ее производству. Так на свет появился танк М60А2 по кличке Звездолет. Благодаря панорамному остеклению командирской башенки танк имеет крутейший обзор в 375 метров. Что, между прочим, аж на 18 метров дальше, чем у итальянского ОФ-40 и всего-то на 9 метров меньше, чем у советского Т-64. И этот показатель – достойная плата за то, что теперь этот скворечник притягивает вражеские снаряды похлеще, чем уличный фонарь летающих мандавох теплым летним вечером. Перейдем к орудию. Оно не имеет универсального бронебойно-подкалиберного снаряда, который летает со скоростью 1200 метров в секунду и поражает практически любые цели в этой игре. Так что о стрельбе с дальних дистанций можно смело забыть. К вашим услугам фугасы, летающие на скорости 500 метров в секунду, которыми можно шлепать тяжело бронированные цели с мизерным дамагом. Кумулятивные снаряды, летающие на скорости 750 метров, которыми не дай бог попасть в экраны или гусеницу. Ну и конечно же, управляемая ракета, летающая на скорости аж 200 метров в секунду. Это оружие богов, наносит аж на 9 единиц дамага больше, чем кумулятивный снаряд. И несмотря на то, что летает оно в 4 раза медленнее, может поворачивать. Само же высокоточное орудие высокоточно никуда не попадет без полного сведения. Все это делает Звездолет очень опасной машиной и надежно приковывает к нему внимание врагов в каждом бою. Ну и как же на нем нагибать, спросите вы меня. Защитники этой машины постоянно твердятся, ну, я переписываюсь иногда в чате здесь в игре, в комментах кто-то писал, что у этой машины офигеть какая альфа высокая, обалденно. На самом деле на кумулятивах, если сравнивать, то альфа Звездолета всего лишь там где-то на 25, на 30 дамага выше, чем у топового кумулятива у 64-ки. Но если это для вас офигенный результат, я вас поздравляю. Не забудьте только вычесть то, что скорострельность у этой машинки пониже секунды, так на 3, на 4 примерно. Вот, и она очень косая, она очень картонная. Использовать складки местности на ней невозможно, потому что где бы вы ни прятались, ваша... Скворечник всегда будет торчать и притягивать к себе снаряды врагов. То есть стрельба на дистанции, повторюсь, без бронебойных снарядов, бред полный. Заметность у машины просто как у, я не знаю, как если Титаник в поле припарковать. Примерно такая же будет заметность. То есть машина просто вообще никакая. Ее единственный плюс — это УВН. То есть углы наводки, и то это единственный плюс только относительно 64-ки, у которых у УВН абсолютно донный, как у всей советской техники, УВН у нее нет. Как же играть на этом старшипе? Можно издалека попытаться стрелять птурами, но это способ такой ниже среднего. Вас быстрее самого дрюкнут издалека, потому что машина заметная, вас моментально вычислят. Способ игры на этом... Его, короче, нагибать на старшипе, ну, только при стечении обстоятельств, таких редких, как аналогичных параду планет, да, раз в год. То есть попасть в топ на этой машине и быть единственной машиной 4-го левела в бою. Попасть в бой против команды ДЦПшников, например. Сборная, там, не знаю, людей с низким IQ. Чтобы не быть оскорбительно неполиткорректным, скажу так. Вот, в общем-то. А способ игры... Эту машину надо перетерпеть. Поэтому способ боя только один. Это перестреливаться один на один, желательно с танком ОФ-40. Вы находите его в бою. Танк такой же одинокий, как и вы. Блуждающий на просторах какой-нибудь карты. И начинаете с ним перестреливаться из-за угла. Выехали, плюху получили, плюху дали. Таким образом, особенно если вы, опять же, повторюсь, перестреливаетесь с такой машины, как ОФ-40, у которой дамаг не такой здоровенный, как у вас, тогда к концу боя вы по дамагу выйдете в плюс относительно своего здоровья. Но если же вы решите поперестреливаться, выезжая на несколько стволов, участь ваша будет прискорбной, ибо сольетесь вы как, не знаю, как юный падаван.
просто машина, честно говоря, вообще ни о чем. Играть на ней невозможно. Это худший, абсолютно худший танк на своем левеле. Хуже него в этой игре ничего нет. Особенно если вы попали в хреновую команду, то там, в этой самой команде, делать будет нечего. Вам будет совсем-совсем грустно, да, потому что если команда сольется, вы один уже ничего не сделаете в этом бою. Ну вот, сейчас я вижу, что все они заняты. Надо попробовать дать плюхентий. Прицелимся в нижний лист, стреляем. Батюшки, чудо, попадание! 531 дамага прошло. Убираем резко свою задницу. Мне кто-то всадил в гусеницу. Какой-то не очень счастливый стрелок. Не очень меткий. Надо отсюда отступать, потому что сейчас возьмут в клещи с двух сторон и меня, и вот тех вот двух воинов всея Руси на 64-ке и 40-ке. Наша команда устремилась вообще к базе врагов. Им нахрен ничего не интересно. Да, кстати, я заметил, что убрали автобан из мини-чата. Теперь общение стало более свободное и непринужденное. У меня чат теперь наконец-то отключаться перестал каждый день. Все, на самом деле меня зажали здесь, и деваться мне здесь будет уже некуда. Надо набивать дамаг и готовиться сливаться. Все. То есть они его накатываются волной теперь через центр города, сметая наших одиноких воинов. Сейчас они сметут вот этих вот господ, которые стоят на линии 1, потому что никто им не будет ничего подсвечивать. И бой будет закончен. Ну, с БТР-кой можно поперестреливаться тоже. Особенно вот с такой не очень умной. Она наверняка была заряжена на ПТУР. Почему-то все БТР-ки любят ПТУРить. Хотя у них есть и камули. Ну, незабвенный Будда, например, до последнего пытался ПТУРом затащить. Ну и все, в общем-то. О! Семен Семенович почему-то выстрелил мне в гусеницу без дамага. За что получил плюху на 430. Я прячусь за газелью. Пытаюсь спрятать свои донные места, которые у меня на крыше и внизу корпуса. Вот и то, чего я боялся. Выстрел в гусеницу с кумулятивным снарядом не нанес, сука, ему повреждений. Но это просто блеск. Он на самом деле не уезжает, потому что, наверное, он в курсе моей перезарядки, что она у меня дольше, чем у кого бы то ни было. Еще один выстрел, еще раз без дамага. Ну, типичная ситуация для игры на этом гребаном пылесосе. Я в этом бою вообще-то сделал, что мог, все, что мог. Ну а чем стрелять? Фугасами, что ли? Ну нахрен не смешите меня. Сильвупле. Фугасами можно наносить дамаг, только надо целиться филигранно, целиться в уязвимые места, там, в крышки на люках, в подбашенные эти щели. Но с таким косым дрыном, какой имеет звездолет, простите, но я уж лучше как-нибудь кумулятивы повтыкаю. Особенно, что они осечки дают, собственно, не так и часто. Но всегда обидно. Снова эта карта, вторая подряд. Что-то прям везет на нее старшипу. Хотел на других картах показать, но, видать, не судьба. Придется на это. Но надеюсь, что в этот раз команда получше. Сравнительно. Почему-то пессимисты уже пишут, что это слив. После боя надо не забыть показать свою стату на этом танке. Она у меня не блещет. Как не блещет и вся эта машина. Я вообще не знаю. Я ни разу не видел еще такого боя, чтобы против меня хотя бы или за меня кто-то на старшипе нагнул. Чтобы кто-то фрагов привез, дамага набил. Никогда такого не видел. Вижу только постоянно, когда старшип в бою, он сидит угрюмо, ноет в чат, что какая у него машина дерьмовая и жизнь тяжелая. Что как он его ненавидит там. И после боя, естественно, он там или слился первым в итоге, или там, не знаю, совсем-совсем ничего не набил. Ну, максимум серединка таблицы, может быть. О, как они толпой на гору залезли, смотрите, нифига. Там и старшипы у них на горе. Видишь, там на горе возвышается скворечник. Это стоит старшип. Разрядись-ка по нём. Сука. Да. А когда надоест, пересядь на ОФ. Нагибать рандом, нагибать рандом.
Опа, 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 опа. Выстрел в фонарь. И причем приземистая 64-ка и не видна даже из-за кучки мусора, в отличие от этого сарая. Кумулятивный. Но я не знаю, зачем 64-ка поехала на гору. У нее оттуда ствол-то не опустить. Что он там будет делать? Даже у F-40 не может, походу, УВН-ом своим. А у него УВН хороший, в отличие от этого советского трактора. Пробитие. Чудесное пробитие. В прошлом бою я прям в борт башни не пробил у F-40, а сейчас ему прям заслал в оркестр снаряд. Ну, правда, сейчас они все сюда приедут. И я буду бедный. Я буду бедный, несчастный. Надо самое время утащить отсюда свою жопу. Видно, видно, что вся команда у них поехала не то, что в город. Они все поехали на гору. Это, походу, режим, наверное, новый «Царь горы». Я о нем не слышал, но почему? Почему мы при таких врагах, которые просто стадом что-то сделали, почему мы проигрываем по счету? Что-то вообще не понимаю. А, ну да, механизм угнетения. Хотя я и вчера не очень-то выигрывал. Но сегодня я просто король сливов. Так, сейчас 40... ОФ уберет всю свою задницу когда-нибудь. Отличный балкон. Нет эффекта. Давайте попробуем, может, фугасом что-нибудь сделать. Все-таки 152 миллиметра вроде нет. Пушка. Сейчас как с ваншот, но как в тундре на КВХе. Кстати, уже кто-то и вниз-то спустился. О, счет просто, просто разрыв очка. Отлично. Слева танк, справа танк, везде, везде враги. О. Ну почему? Почему тут, сука, мимо объектов снаряды не пролетают, а ударяются в них? Постоянно снаряды над перилами не летают, еще над чем-то. Так, надо забирать. О. ББМчик скрысить решил из жадности. Вот давай-ка того товарища тогда пойдем доберем. Сзади 64-ка, надеюсь, она занята. Не хочу оглядываться. Поворот, поворот, заехали. Заехали мы за домами, нас не видно. Еще крутим, кружим. Давай, кручу, верчу, запутать хочу. Боремся, боремся, сука, с заборами, блять, на танке. Ёптать, не сломать кирпичную кладку. Молдаване научились строить. Выстрел, сука, фугас сделает свое дело. Я уже видел, кстати, гайд от советчика, который говорит, что фугасы нахер в игре не нужны. Привет тебе, чувак. Успехов тебе. Надеюсь, что как можно меньше членов моей команды будет слушать такого знатока. Ух, едем сейчас. Следующего будем забирать. Тут автобусы такие, как наши лиазы. Так, 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 так. Старшип там едет. Фуловый старик. Это он едет, наверное, за ОФом, за этим. Ну, будем на живца ловить, будем ловить на живца. Сейчас он покажется за этим поворотом. О, 64-ку надо бы добрать, но у меня фугасы не включены, не хочу. Надеюсь, что ОФ сам догадается переключиться на фугас и добить его. Мы ждем старшип. Какого хера? Кто меня палит? Черт, свингфайр. Пропустил свингфайр. Ну что, старшип, сюда ехать не хочешь, что ли? Отлично, ОФ поехал на слив. Как только высунется, так мы минус одного и получим. Тут еще и окружают. Блять, пришлось плюху получить, чтобы жопу спасти этого Дон 4. Удивительно, как я пробил его по касательной камулям. В прошлый раз в гусенице почти под прямым углом не мог пробить, а сейчас по касательной. Чирк! Так, надо забрать Лав 300. Что-то мне не нравится, как он тут занял позицию. Цель захвачена, цель уничтожена. С такой дистанции не промахнется даже старшип. Так, с такой дистанции даже Киржаков не промахнется. Чего уж там старшип. Даже Киржаков на старшипе не промахнется. Не то что. Так, теперь есть маза заехать им в тыл и кинуть еще камуль. Но старшип, сука, еле свои гусли волочит даже по асфальту, потому что это не танк, а пылесос. А, я бы хотел, наверное, свингфайра забрать, да? Вот, сука. Он уже повернулся, твою мать. Почему он сюда повернулся? Что ему тут мазан, блядь, медом, что ли, мазано? Кстати, я заряжусь раньше, по логике событий.
Нет? Вот это странно, учитывая, что у меня командир танка Оксана Руденко, а у него вот этот вот Филипп, у которого активируется плюс 10% скорости перезарядки только при каких-то условиях. То ли союзник рядом... По-моему, союзник рядом должен получить урон, тогда он получит плюс 10 к скорости перезарядки, а у меня плюс 10 к скорости перезарядки всегда. Возможно, что он как-то модулями разогнал себе перезарядку, в то время как я, наоборот, разогнал альфа-дамаг. Может, дело в этом, не знаю. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. А вот на этой карте, вот здесь действительно на старшипе надо подумать, куда поехать, потому что где бы вы ни решили драться, его скворечник будет торчать везде. Если пойти на дамбу, то надо, так сказать, перилами будет торчать ваш скворечник. Если вы поедете налево воевать под этими трубами завода, то и там тоже будет торчать в известных местах ваш скворечник, поэтому здесь ехать надо, ну, естественно, если вы поедете по набережной, скажем так, набережной, вас разберут, скорее всего, с дамбы. Вот, ну, по крайней мере, засветят с дамбы, а уж туда вот к перекрестку подтянутся те, кто вас разберет по этому самому засвету. Поэтому на старшипе я не вижу других вариантов, кроме как ехать куда-то наверх и пытаться пободаться с БМДшками, бронированными машинами. Я надоело. В этой игре я не вижу разницы между БМД и БМП. Это для меня один хрен. Хоть БТРами называй, я не знаю. Просто бронированные машины с пушкой и ракетами. Вот. Поэтому попытаюсь пободаться с ними в центре карты. Тут хотя бы буду торчать не только мой скворечник, но и я буду торчать здесь весь. И смогу стрелять в ответ. Мне кажется, что это, ну, оптимальный вариант. Я не успею залезть так быстро, чтобы подстреливать здесь на углу тех, кто будет проезжать мимо. Так, свинка. Свинка, свинка, не молчи. Так, почему-то они сыканули поехать дальше и дать засвет своей команде. Или решили, что команда обойдется. Блин, я, черт побери, думал, что фугас по свингфайру нанесет больше, чем саны 300 дамага. Ведь, ну, в этой игре вообще рекомендуют стрелять фугасами по тем целям, которые вы не можете пробить. Нанося им 50 урона, соточку. 470 попадания кумулятивом куда-то влетело. А, да, вот в свингфайр бы я кумулятив воткнул. Негодует, негодует. Так, вот это мой скворечник. Это был выстрел в скворечник, но... Поторопился чувак. Недоцелился, получи свингфайр. Так, спрячемся за дымом, чтобы лишнюю плюху не получить. Шеридан получил на 530. Черт, вот дерьмо. 519. Ну, хотел размена. Поехал в размен. Только не с Шериданом. Шеридан лох. Ой, что делается. Не-не-не, Шеридан. Черт, блять. Автоцель, конечно же, соскочила. Ну. Да, понятно. Заклинчевали, забрали. Был бы этот танк хоть немного поподвижнее, я бы забрал Шеридана с собой. Но танк просто гребаная колода. А автоцель в этой игре, я не знаю, что за, блядь, кто ее делал, но она ровно 3 секунды держится, потом слетает. И у меня это постоянно происходит. Я не знаю, почему танк просто наводчик отпускает автоцель к хренам собачьим в свободное плавание. Но хочу заметить, что там, где я воевал сейчас на мини-карте, вы можете посмотреть, что наших вообще никого нету. Что в районе базы на этой карте просто на нахер никому не нужна. Вот ОФ-40 стоят где-то в жопе в тылу. Где они? Что они делают? Ну, пытаются с кем-то там поперестреливаться, да? Ну, то есть, ну, мне вообще никто не помогал. Я просто приехал на старшипе и просто накидал 1830 урона. Что, в общем-то, не так плохо для боя, в котором ты, можно сказать, слился, да? Старшип проходной танк, играть на нем мне не доставляет ни малейшего удовольствия, пытаться нагнуть на нем нет ни малейшего желания. Просто приехал, набил свой дамаг, помер и пошел качать другую технику, пока старшип в бою. Я рекомендую проходить эту машину только так, потому что, ну, пока я видел только одного человека, которому она нравится, он в комментах писал под видосом про ОБТ.
Вот, реально пишет, что Starship зашибись, что ему на 64-ке не хватало точности, на OF-40 ему не хватало еще чего-то, и все это есть у Starship. Смешно, конечно, слушать, что у Starship есть точность, но так он написал. Кстати, бой победный, 13-3. Наконец-то рандом повернулся ко мне лицом, а не задом. Ну, правильно, они, конечно, молодцы. Они толпой приехали в центр карты, их тут со всех щелей разбомбили. Только, блядь, я уже до этого не дожил, к сожалению, но... Медаль разведки, я так понимаю, я должен получить, как бы. На старшипе довольно интересно. Сейчас бой досмотрю и выйду в ангар. Козырну статой на этой машине. Не знаю уж чего там. Самая прискорбная стата у меня на Т-72А. Там у меня вообще 43% побед. Я не знаю, когда механизм угнетения заметит это и начнет меня кидать в команды победителей. Потому что, блядь, в сосущих командах я уже устал играть на 72А. Этот танк, который вообще ничего не может сделать, по-моему, если команда там ни о чем, ну, в одиночку, ну... Вообще, ОБТ в жало не тащат здесь ни в какую. Если хотите тащить в жало, это более возможно на истребителе танках, либо на бронемашине на какой-то. Но ОБТ это сильно вряд ли. Они слишком слепые по обзору, просто ни хрена не видят. Вот, ну давай, козыряй. Так точно, медаль разведки моя на старшипе. Очень классно. Разведчики, красавчики. Ну и при этом я еще третий по дамагу в этой команде. Так, посмотрим. Личное дело на старшипе. Что у нас там на старшипе происходит? Где он у меня? Так, вот он, старшип. 57% побед, не так плохо. Средний урон для меня вообще стандартный, 1570. Около, ну, 1500. А если бы это был вотовский оленемер, то у меня стата была бы очень близка к фиолетовой, мне кажется. Вот, довольно-таки сносно. На нем можно играть, хоть и не очень хочется. Он слишком бесит, поэтому я просто еще раз говорю, что я предпочитаю действовать, играть на нем в наглую. То есть лезть вперед, накидывать дамаг и умирать. Потому что, ну, пытаться на нем изобразить какой-то филигранный геймплей, там, типа, птурами издалека, из кустов что-то там мудрить, нахрен, дохлый номер, не прокатит. В общем, такое мое мнение, можете спорить, можете соглашаться. Для этого и существуют комменты под этим видео, так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и все такое.